56-й дом, да? И нам отделили территорию, на которой мы должны убираться. Мы ее хорошо убираем. Дальше идет 6-й квартал, и там муниципальная. Это там ни пройти, ни проехать. Листва не убиралась 5 лет. Суки вот так вот висят. Никому нет дела. Я не знаю, почему... Николай Ефредович никогда не проедет, не посмотрит, что творится в кварталах. Юрий Юрьевич проходил там, очень, я его водила очень, везде. Очень обидно. Почему я не один раз. Почему мы отвечаем за свой дом и прилежащую территорию? Почему всем не раздать ту территорию, чтобы они за нее отвечали? Смотрите, Ева, у вас Жек, каждый город, каждый. Есть люди, которые отвечают за каждый город. Но вопрос в том... Как часто мы приходим в Ладу, как часто мы с вами смотрим, какие есть замечания Шерлока, этого будет больше. Но вот вы сказали, почему мы отвечаем с судом, вы знаете, по своей семье, там мы отвечаем за свою. Я очень благодарен вам, что у вас такая открытая позиция, что вы озвучиваете эти вопросы. Не просто, чтобы я вам это сказал, нет. Вот я вас уверяю, что это не только к вам, не только в 6-м квартале, а везде есть сейчас. Система перестроится. Вы сами посмотрите, и мне через какое-то время мой телефон у вас сейчас будет. Все, я и у вас, и уже подписана на вас. Все. Вот мой личный телефон, если у вас нет, вам сейчас коллеги дадут. Вы меня видели, да. Я с вами познакомился. Хорошо. Через месяц мне отберите и скажите, вы знаете, ничего не поменялось. Угу. Вот к примеру. Хорошо. Или вот здесь поменялось, но первое, второе, третье. Ну, постепенно. Это огромное количество людей, которые работают, ну, вы же знаете, в районных администрациях работа, ну, она важная, она сложная, но общаться с людьми, ходить по домам, ходить по дворам, видеть и сразу же решать. Вот это то, что мы будем делать больше, больше, больше.